Если кто-то что-то не делает, да, значит, этих людей нужно наказывать. Я поручение даю Наталье Евгеньевне и Семичеву Василию Алексеевичу в протокол запишите, поскольку он курирует отдел транспорта, выявить тех лиц, которые не соблюдают требования организации пассажирских перевозок. До 15 числа представить мне информацию, провести служебное расследование и наказать этих людей. Отлично. Чтобы так, ну как бы вот не возникало ощущение, что там кто-то там чего-то. Вы должны понимать, что каждый выполняет свою служебную обязанность и получает за это деньги. Если кто-то чего-то не делает, да, то нужно разобраться, почему он этого не делает. Первый раз накажем, потом уволим. Существуют такие кондукторы, которые очень не этично, не тактично относятся к людям. То есть у нас были инциденты, когда девушку, в общем-то, она заходит в автобус, спрашивает, да, номер автобуса, абсолютно слепая. В результате не может добиться и не говорит ни кондуктор, никто. А вот. В результате ее чуть не дверью захлапывают. Ну, в общем, в результате она подходит к кондуктору и говорит, что давайте там как-то нормально для себя вести. Ее в ответ обругали очень серьезно, вот, как-то нехорошими словами. И вот просьба провести беседу с кондукторами, чтобы они понимали, что люди-то разные бывают, да, с разными проблемами, что